как Хаджа заказывал себе печать. Пришел в Акшихир искусный резчик. Хаджа захотелось вырезать себе печать, но так как тот брал за каждую букву 3 акча, Хаджа задумался. Он сосчитал буквы в своем имени, прозвище и увидел, что это ему обойдется дорого, и решил вырезать себе только имя Хасан. А для того, чтобы стоило дешевле, он пошел на хитрость. Он отправился к мастеру и сказал: «Вырежь мне печать». Мастер спросил, как его зовут. Хаджа сказал: «Хас, ха, с точкой, не забудь». «Что это за странное имя?» – заметил мастер. «А тебе что?» – возразил Хаджа. «Ты вырезай». И он достал деньги за работу. Мастер вырезал буквы «Х», «С» и только хотел поставить над «Х» точку, Хаджа воскликнул: «Не ставь точки над буквой «Х», а помести ее в углубление «С». Так появилась еще буква «Н». Мастер оценил остроумие Хаджи и не взял с него ничего за работу.